Доброе утро. Посмотрите, как все кругом расцветает. Какая береза. Ой, какие уже листочки. Как кругом зелено. Красота. Красота и красотища. Какая ты у меня умница. Ты мне так хорошо рассуждаешь. Ты у меня просто молодец. Правда? Какая тоже у меня большая. Чаруня! Имей совесть! Правильно, на детей кричать нельзя. Надо всегда объяснять спокойно. Если кричать... Если ты накричишь, а ничего не поймет. Да, почему он не поймет ничего? Ну, потому что ты накричал, он все равно ничего не поймет. Правильно, потому что он, во-первых, испугался. Он испуганный. Ага. А ты испуган, ничего не запомнит. Да, он стрессует. Чаруша, у тебя никто не спрашивает. Он стрессует, правильно, ребенок? Угу. От этого у него нет баня. Это же ребенок, а не взрослый. Да. Поэтому, когда хочешь ребенка... Чарли! Поэтому, когда хочешь ребенку объяснить, надо успокоиться. Спокойным голосом. Объяснять спокойно. Угу. Ой, моя умничка, какая ты у меня большая. Какая ты у меня большая. Я тебя люблю. А я тебя тоже. Мое солнышко. Бусинка, все кушать. Угу. Кто это? А кто это? Тебе кушать я дала. Я тебе кушать дала. Иди-ка свое кушай. Куда он скушал? Он, наверное, не скушал. Сейчас схожу, проверю. Мы следим в магазин за большим лесом, чтобы нарисовать рисунок на конкурс. Да? Точно. Папа наш уехал, поэтому мы едем на автобусе. Да? На автобусе. Где ты затиралась? Идем, у нас похолодание. Собачий холод. Хорошо. Сестра моя, холодно, да, как? Погода поменялась. Я уже вообще дрожала. Когда в школу шла? Да. Там такая была холодрыга неописуемая. Посмотрим что-нибудь с одеждой и альбом для рисования ей нужен. На втором этаже тут и мальчик. Пошли зайдем, сенсей. Прикольная. Смотри, руку. Откроем, посмотрим. Открывай. Да. Смотри, какая простая. Она просторная. Хорошо. Закрыть. Закрыть. Сколько штука. Ты мне что, на сумках зависла? Смотрите, какие курточки. И сумочку резко. И самая. Какие платьишки? Девочка, 30 рублей. Это мой домик. А, это 32. Так, дойдем в детский мир. Так, мы нашли полки черчения. Вот сейчас так все и купим. Мам, смотри. Это стирку кинусь, и тут появятся цвета. Хорошо. Все, пошли, зайка моя, и поедем домой. Ребята, такой блок мы Ангелушке купили для рисования. Будет она рисуночек рисовать, технику безопасности. Купила она. Так, еще она себе выбрала вот такую вот ручечку черненькую. Какая? Гель. И ластик. С ластики уходят, как дети в школу. Светится, кстати. Вот такие у нас покупочки. Вечером будет светиться. Сказали, очень хороший. Все, ребята, всем пока-пока.